Друзья, всем привет! Вы на канале «Делай то, делай это». С вами Ким. Сегодня у нас четвертый день стройки. Мы вчера вот разровняли котлован. Вон там дальняя метка у нас, это заднюю часть. Это настолько мы будем подымать. По высоте это приблизительно 65 сантиметров. Так, и, соответственно, здесь заднюю часть мы все это подымаем. Перед у нас правая часть практически в нулях. Так, у нас есть 60 кубов песка. Сейчас начнем это дело отсыпать. Ну и потом у нас пойдет трамбовка после отсыпки и проливка. Так, друзья, пришла 11-я машина. У нас 30-кубовая. Мы сейчас ее разгружаем уже на непосредственном участке. Это у нас резервное количество песка на... Если вдруг нам что-то не хватит и нужно будет подсыпать после трамбовки окончательной. Так, у нас еще остается где-то в районе 50 кубов тут. Вот, вот такой уровень по заднему краю мы видим, что нужно поднять. Но здесь он приходит практически на ноль в эту часть. Так что я надеюсь, нам всего этого песка будет в полном достатке. Так, нашел щебень, несмотря на то, что сегодня 1 мая. Никто не хочет работать, кроме строителей. И вот мы нашли еще сегодня щебень гранитный. Проблемы здесь вообще, порт пока закрытый, никто не продает. Но частники, которые продуманные, запасливые, нам в этом помогают. Так что, отлично. Ждем сейчас щебень, 40 кубов. Так, привезли нам щебня, 20 кубов. Гранита на отсыпку первую машину. Нам надо будет еще вторую. Вот такой мытый щебень, отличный. Гранит. Вообще супер. Продолжаем четвертый день, значит, строительства нашего участка, подготовка под дом с гаражом. Завезли мы 40 кубов щебня, выровняли, значит, плюс-минус территорию. Не хватило нам все-таки песка от того, что немножко он его протрамбовали, он подсел где-то с каждой стороны. Вот сейчас метки набили, отстреляли их. Подсыпаем, ну, машину еще привезем. Дополнительная песка, она пригодится нам на дальнейшие работы. Трамбовку продолжаем, территорию сзади дорогу подсыпаем. Дальше ждем, сейчас приедут после трамбовки у нас машины для проливки песка. Пожарные заказали. Вот так что все идет по плану, все хорошо. Все, друзья, подошел уже четвертый день стройки к своему завершающему концу. Видим то, что пожарные пролили очень хорошо. Три машины здесь у нас вылили. Вот видим даже, что в середине вода еще стоит. Хорошо так подсел. У нас после трамбовки и проливки участочек просел. Нам придется подсыпать его еще. Но это уже будет послезавтра. Завтра у всех выходной. Никто не хочет работать. Особенно доставщики песка. Поэтому всех с майскими праздниками поздравляю. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ставьте лайки, если нравится, о чем идет речь. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить видео следующие. Ну а с вами был Ким. Всего доброго, до встречи.